Друзья мои, всем большой привет! Так и хочется спеть песенку. Утро начинается, начинается. Девочки, утро архамана, архолюбителя. Посмотрите, что я тут творю. В общем, хожу уже давно вокруг своей Леодоры. Вот она, красотка. Аккуратненько здесь у меня прилегла. Девочки, посмотрите, она у меня сидела в этом плотном детском ведерке. Но, видимо, на тот момент, когда у меня, ну, не было возможности купить нормальный вазон, и она у меня томилась там в коре, плохо росла. В общем, я ее засунула. Вот такое вот ведро детское. И она как начала растить корни. Посмотрите, девочки, это вообще... Тут у нас и детка, я вам показывала, видите, вот престоловая. И, наконец-то, моя любимая девочка зацвела. И посмотрите, что творится. Посмотрите, что творится. Какая красота. Так ей нравится содержание, посадка в мох. Теперь у меня дилемма. Я хочу ее, конечно, пересадить. Но я теперь думаю, что мне делать. Предложить ей пинию. Так, тут у меня обрезки. У меня руки все болят, потому что я тут... Достаточно твердый пластик Чикова. Очень проблематично. И видите, какая ерунда получилась? Ведро широкое, и она была низко посажена. И она вот так вот растила корни, обвивала этот маховой ком. Я его не хочу разбирать. Я думаю, что я какой-то выберу вазончик, добавлю туда мха. Или как, знаете, что я сделаю? А может, действительно ей коры все-таки предложить в нижний уровень и предложить ей закрытую систему? А, девчонки, как думаете? В общем, у меня сегодня прямо задачка. Корни в активном росте. Не все, но многие. Поливала я ее, знаете как? Не нижним поливом, а вот сюда вот... Чуть-чуть подливала водички по краям. Прям вот так она у меня стояла, я вверх. Вот там чуть-чуть водички подлила, сюда подлила. И она прям вот... Ей очень здесь нравилось. Но просто из этих дырочек, которые я насверлила, корни начали наружу влезать. И, в общем, уже было нехорошо. Сейчас, в общем-то, думаю, во что бы ее посадить в такое, чтобы она пустила корни вниз. Углубила. Думаю, что ей закрытая система, девочки, подойдет. Потому что ей очень-очень нравится, когда влажненько, и она с удовольствием растет. Может, немножко тут мох уберу, хотя нет. Корни не пропали, все хорошо. Прям вот желание даже опять мха добавить и посадить ее в мох. Либо... Осколки эти. Либо, знаете что, насыпать коры вниз, и пускай она в кору устремляет свои корешки. В общем, сейчас буду думать и подбирать горшок. Пахнет обалденно. Я ее тут положила прям на раковину. В общем, красотка. Видите, я уже не удержалась, и прям цветущей решила ее аккуратно перевалить. Думаю, что она это особо не почувствует. Я надеюсь. Куст нарост обалденный. Видите, девочки, перецвет. Много сильно света идет от моей лампы. Сильно мощная. И вот корни пошли наверх из горшка. Видите? Что-то вот, что-то ей не понравилось. Хотя они могут во все стороны расти. Все, сейчас иду, буду искать подходящий горшочек. Девчонки, нашла я горшочек. Он тоже, конечно... С множеством отверстий, но все равно ей надо дышать. Она так сюда хорошо присела вообще. Единственное, чтобы было влажно, надо подобрать кашпо к этому горшочку. И поставить этот горшок в кашпо широкое. И классно будет. В общем, все. Я решила сделать так. И я не буду сильно переживать, что мох там в закрытой системе застоится. Это будет не закрытая система. Очень даже открытая. Вот эти корни все поместились. Я сейчас напихаю туда, может быть,
Не, все-таки мха добавлю. Вниз, наверное, положу немножко коры, пинии и мха. И буду аккуратно поливать, она будет просыхать. Я буду все видеть. Конечно, корни могут пойти в эти дырочки, но ничего страшного. Для того, чтобы она заполнила весь этот горшок корой, ей корой, господи, корнями, ей понадобится очень много времени. В общем, все, я решила сделать так. Мне вот так очень нравится. Посмотрите, она прям села как к себе домой со всем этим своим хозяйством. Сейчас я ее тут... О, тут есть немножко краешек корешка сухого, а я веломен вот так сниму руками и все. Ой, коринка даже есть. Остаток прошлой жизни. Но я вам скажу честно, вот когда она сидела просто в коре, в одной коре, она себя отвратительно чувствовала. Она все-таки любит влажненькое содержание. Вот так вот, девочки. Сейчас я пинию, наверное, принесу. Немножко, конечно, неправильно будет, но с другой стороны попробуем. Вниз положу пинию с чипсами и положу этот муховый, прям вставлю ее. Или сейчас обсыплю. Но вниз надо что-то, надо проложить. Пеностекла может положить вниз. Столько идей, столько идей. Мха, я думаю, ей достаточно. Хотя, ну сейчас подумаю, как лучше сделать. Положить вниз пеностекло и добавить просто мох. Давайте так сделаем. Сейчас посмотрим, что получится. Вот я все думаю, думаю, как лучше сделать. Или просто мох добавить. Зачем там пеностекло? Девочки, у меня тут мха немножко есть. Он так вот у меня растет. Пеностекло, наверное, лучше все-таки добавлять в смесь коры. О, я недавно поливала. Вот появились симпатичные головочки. Так, я, наверное, сейчас просто добавлю мха туда и ее помещу. Да и все. Чего я буду вот это вот мучиться? Так, ты, главное, не упади, красотка. Как тебя тут расположить, красотка? Просто будет понятно, как ее потом поливать. Она с удовольствием мох будет все растить. В общем, все, я решила. Пусть это будет мох. Пусть она растет в мху, как она и раньше росла. Ну ладно, пусть коринка одна будет. Раз она уже здесь. Так, главное, чтобы ей не удержать голову. Так. Так. Перевешивает цветонос. Вот так будет лучше. Все, я думаю, что ей так будет веселее. А потом я посмотрю. Сейчас вот мох начнет здесь расти, свои эти головочки растить. И все будет классно. Я просто вот в эти карманы добавлю мха. Но если дитё растет нормально в такой посадке, ей нравится. Что я должна ей что-то менять? Подумала я. Подумала я. Так, корешок я туда заправлю. Вот этот, который норовил вылезти. И все. И все. Здесь она будет хорошо, посадка, вентилироваться. Если... Посмотрите, как хорошо. И нормалюк. Нравится ребенку здесь расти. Пускай растет. Живой мох. Удобрять, девочки, если в мох посажено, надо просто по листу обрызгиванием. Да и все. Все. Посмотрите. Воздушные карманчики. Все прекрасно и замечательно. Так, сейчас я тут соберу остатки мха. Надо мне еще заказать мох. Не знаю, девочки, кто у нас в Одессе живет? У нас леса рядом какие? Сейчас, конечно, по лесам не побродишь. У нас растет этот мох в нашей области или нет? Может, куда-то выехать, мох пособирать. Так, ну все. Я куплю ей широкое кашпо. Поставлю ее в широкое кашпо. И пускай себе наращивает корешки дальше. Ей вот так привычно, хорошо. Она замечательно растет. Лимоша вам передает, как всегда,
свой утренний чирикающий привет. Все, друзья мои, я удовлетворена своей задумкой, честно хочу сказать вам. Я очень переживала насчет того, чтобы ее перевести в какую-то другую посадку. Вот ей уже понравилось в мху. Все, я подумала, думаю, я прям думала, что с ней делать, как быть. Ну, раз нравится, пусть так и будет. Тем более, что немножко мха было. Вот так вот. Пускай растет. Можно было тут немножко подпушить. Ну, он там такой, это ж я садила сама в мох. Он распушенный, он не утрамбованный. Все замечательно. Листики протрем. Все, она вот так лежит, цветет и пахнет. Сейчас, кстати, с утра она очень сильно пахнет. Прям замечательно. Все, девочки, пеностекло не понадобилось, кора не понадобилась. Можно было бы, конечно, где-то там коринки проложить. Вот там, где пусто. Но с другой стороны, зачем? Можно, конечно, взять, вытянуть и распушить этот мох побольше. Он тогда больше объема займет. Но я думаю, знаете, он сейчас сам начнет немножко прорастать. И все будет замечательно. Он заполнит посадку. Главное его повлажнее держать, не утрамбовывать. И все будет отлично. Корни нарастут, и все будет хорошо. Вот была мысль в закрытую систему ее усадить. И в кору, в классическую систему. Ну, ей классическая система не нравилась. В общем, оставляем все как есть. Но просто объем горшка поменяли и повыше посадила ее. Повыше. Ну, а потом, если она даже корнями здесь повыходит, ничего страшного. Все будет хорошо. Пускай там она оплетает, продолжает растить корешки. И дышит, и пьет водичку из мха, и поливать очень несложно. Сюда немножко полил, сюда немножко полил водички, покапал мох, раз, распределил и все. Главное не переусердствовать. Вот сейчас я даже не буду ее поливать, я добавила влажный мох, и все нормально, и корешки видно. Горшки эти я не очень люблю, вот у меня их было два. В одном сидит у меня этот моушен. Тоже поставила в кашпо, потому что быстро пересыхает кора вот с такими вот большим количеством дренажных отверстий. А для мха нормально. Тут его немало, и как раз аэрация, и прекрасно. Все, друзья мои, спасибо, что вы были сегодня все это утро со мной. Смотрите, когда Леодора отцветает, она становится такая желтенькая. Но она еще не отцветает, цветок плотный, но вот так желтеет. А новые бутончики, когда раскрыла, вот они вот такие. Ой-ой-ой-ой-ой. Они вот такие, девочки. Более яркие. Пахнет вообще. Леодора это must have. У каждого архалюба, мне кажется. Она заполняет своим ароматом все пространство, в котором находится. Подходишь к стеллажу, утром запахи стоят неимоверные. Все-все-все, Леодорка в новом домике. Я довольна. Минус одна заморочка. Минус одна заморочка. Посмотрите, какие шапочки мха. Красота. В общем, все, надо мне купить еще живого мха и продолжать его проращивать и добавлять. Я во все посадки добавляю мох. Мне очень нравится. Все, друзья мои, всех обнимаю. Всем пока-пока. Это пеностекло я буду добавлять в посадки там, где микс коры, мха, и добавляю пеностекло. Посадка становится более аэрируемая, более рыхлая. Орхидеям нравится. Единственное, что пеностекло, оно, в отличие от керамзита, не передает влагу вот капиллярно друг от друга. Она как бы... Оно быстро впитывает влагу, потом также быстро отдает и быстро пересыхает. И если надеяться на то, что вы нижним поливом польете, и пеностекло подымет эту влагу наверх, думаю, что нет. В таких случаях лучше использовать все-таки керамзит. Но для аэрации грунта, для более разрыхления, чтобы не было застоя влаги, пеностекло. Все, девчонки, всех обнимаю, иду пить кофеек.
Наливайте себе чаек, кофеек. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Пока-пока.